Разогреваю с тяжелым дном сковородку. Добавляю сюда масло. Немножко растительного, немножко сливочного. Ножки кролика приправляю солью и перцем. Я их немножко обжариваю. Заливаю кипятком сухие грибы на сковороду. Лук и чеснок. Я добавила сначала грибы свежие. Не накрывая крышкой, мы их томим. Сухие грибы, которые мы с тобой замочили. Вот так вот над сито. Отбрасываем. Немного белого вина. Где-то 150 миллилитров. Мы добавляем бульон грибной. Немножечко посолим эту красоту без перца. Роскошество вот это грибное. Мы его сверху на кролика добавляем. Я добавляю сюда 200 миллилитров сливок. Духовка должна быть хорошо разогрета до 180 градусов. 50 минут и все будет готово.